Анонс и точно до выхода 39-й серии турецкого сериала «Барбароссы. Меч в Средиземноморье». 39-я серия сериала выйдет в эфир 3 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Айдин Рейс помещен был в карантин, потому что его укусила чумная крыса. Дервишу нужна книга Ибн Сины, чтобы лечить Айдина Рейса. Барбарос Хайреддин и Мия де Луна отправляются к герцогу Сфорца, чтобы купить книгу, не зная, что там с ними будет. Кеманкеш Паша полон решимости следовать за своей любовью, несмотря на возражения его матери Халиме Хатун и сопротивление леди Сияра. Сможет ли Сияра уговорить Хатун Мурад? Эфенди говорит Орсине, что он больше не будет шпионом, потому что Назифе не доверяет ему и что ему нужно быть более осторожным, чтобы завоевать ее доверие. Орсине угрожает ему фальшивыми документами в руке. Назифе Хатун, с другой стороны, думает, что она поступила несправедливо по отношению к Мураду Эфенди, извиняется перед ним и просит его вернуться. Вернется ли Мурад Эфенди? Салих Рейс узнает, что король Карл V встретится с рыцарями Иерусалима. Карл Великий отдает остров Мальта рыцарям и создается Мальтийский орден. Напомним, 39-я серия сериала выйдет в эфир 3 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.